До смерти Христа на кресте все люди сходили в ад, и праведники, и грешники. После своей смерти на кресте Христос сошел в ад и вывел оттуда всех праведников и всех тех, кто уверовал в Него. И тем самым смерть перестала быть тупиком для человечества. Христос открыл нам дорогу в рай. Каждое воскресенье в 10:00.